Привет, это видео я хочу снять специально для Ивана Бериташвили, который подсказал мне правильную технику удержания перед собой веса, то есть три точки должны быть прижаты, ноги, поясница, плечи и голова. Сейчас я попробую сделать это с 32-килограммовой гири. Скажу честно, я только что пробовал, и мне не хватает равновесия, то есть вес тянет меня вперед. Я все-таки попытаюсь хотя бы на считанные секунды зафиксировать гирю и не упасть вперед. Как-то так. Просто перед этим немножко добил плечи удержанием баклажки. Также немного пробивает старая травма бицепса, о которой думал, что забыл, но не забыл. Буду лечиться, восстанавливаться. А всем желаю мотивации такой, как мне, которую мне дали ребята, такие как Виктор Блуд, Иван Бериташвили, ребята из группы «Стальной хват России», которые устраивают различные конкурсы и тем самым заставляют меня как-то заниматься, двигаться, делать вот такие вещи. Поэтому желаю вам мотивации, работайте над собой без травм и с хорошим результатом. Всем здоровья, удачи!